Всем привет, дорогие друзья, счет 3-0 в пользу котов, но это ненадолго. С вами Алекс Бон, со мной в голосе находится Акакий и Катибара. Акакий уже даже не приветствуется, ему вообще по барабану. А, всем привет, да. Да я тут потею, мне, я одновременно вызываю такси девушки, в то же время пытаюсь закупиться, короче, и в это же время бежать к вам, чтобы убить кого-нибудь. А ты не беги к нам. У нас слишком много дел одновременно идет. Я понял. Вот понимаешь, ты не успеешь, все, ты проиграешь. В этой битве. Я успею. Опа, видишь, минус один. Готово. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Опа. На город наших братьев. Нет! Оп, минус два, готово. А вот и минус третий подъехал, даже не мой, нормально, все готово. Нет, я перепутал. Чтобы ты понял, я начал строить вместо того, чтобы блинкануться. А потом застроить его. Не трогайте меня, я буду просто бегать. Я все, я устал. Катибара, спасай. А, ну там опять это Такаки с минами на центре, все ясно. Считаю, что... Блин, да как так-то? Ну я же мог его застроить. Почему? А все, надо Такаки, Анруину. Почему вдруг задрот там, блин, с минами туда-сюда? Просто я сапер. На город наших братьев напали враги. А Катибару, да, Катибару убили. Зайчик, остановись, зайчик, не убегай, зайчик, вернись. Зайчик, да пошли дружить. Мы станем братьями, зайчик. Чё? Вот, что, лентяй анонимный? Ничего себе. Тут барон просто каждый раз немножко увеличивает свою территорию, немножко более профессионально строится. Тебе столько башен духов не надо, тебе наоборот развиваться больше надо. Быстрее казарму мышей строй и работяг, барон. Тебя как раз никто не трогает каждый раз. У тебя есть шанс развиться. И какого-нибудь... Эх, ладно, поживить чуть бывает. Пацаны, как вы там пропустили-то все это? А, главное, Алекс не выпустите, главное, Алекс не выпустите. Алекс не должен жить. О, иначе он сделает контент. Да, я буду жить. Ну, пацаны, ну это подстава какая-то, ну пацаны. О, я выжил, я буду жить, ура! Я выжил, все. Причем я опять себя последним спасал. Блин, подстава, пойду хилиться. А то ничего что-то страшного. ХП кончилось. Ничего. Ладно, страшно. Смотри, 5 секунд до происшествия, 4 секунды до происшествия, 3 нет, секунды нет, до происшествия. Нет, не трогай, не делай это. Остановить. А, нет, не в этом, значит, прикол. Нет, а. О, попался. Я знал, что надо попасть. Стены там строить, заминировал, там с двух сторон проходы сразу. Там с двух проходов, кому пройти, и там и там мины стояли на всякий случай. Постройка завершена. А зачем это? Подготовка наша все. Ты думал, она меня убьет? Стройка завершена. Оп, Берран, пока. Нет, не та кнопка, не та кнопка. Что это за кнопка? В. Почему я жму бета каждый раз? О, Алекс, привет. Как ты дела? Нормально, пока было. Не жаловался. Блин. Блин, ну ладно, тут без меня справились. То ли я криво руки, то ли че. А первый вариант. Я точно верю, что первый вариант. Оставлю что угодно, первый вариант. Бурчик, дай управление. И барон зайчик тоже дай управление, пожалуйста. Так, ладно, я пошел гильда, тут слишком много по лицу наполучал. Мне так. Не нравится сей факт. Дай управление, пожалуйста, ты тоже дай управление. Сделать этих стрелков. Алекс Бонд. Вообще желательно всем давать, чтобы вы друг друга могли спасать и не отвлекаться. Тут так-то никто никому особо не мешает обычно. Какой цвет? Да пацаны, вот, вы не выживете, пацаны, у вас без шансов, пацаны. Успокойтесь. На этой карте сейчас мин больше, чем мышей, успокойтесь. Канеки опять силач. Да, сэр. На город наших братьев. Ты знаешь, в чем проблема? Они... Это два человека, которые не особо шарят, но играют на 100%. То есть... В один момент они просто не смогут потянуть в том плане. Рипл! В цель! Хорошо! Получай! Иду! Не в этот раз.
Да почему он стрельнуть? Да, он не смог бы убежать. Да если бы я, там кто-то другой управлял просто. Тут была вторая мина. Понимаешь, они там старались второй раз. В смысле? Вы еще поставили в тот момент, когда он прибежал? Да. Давай договоримся. Слышишь, че? Как только давал первую, поставил ту же вторую. Давай договоримся. Вот Катибара как раз залагал ради нашего договора. Вы нас выпускаете, да? Ага. Уже в пути. И мы больше никогда не играем в кошки-мышки. Я договорился. Нет. А, они снова, они выпускают, они не выпускают. А чё они спят-то все? Ёпырсы ты, нас... такие руины. Ой, сколько денег, насыпалось, кошмар. Какой кнопку телепорта меня в УНВ? Бери флаг, да, бери флаг, сразу клетки. Почему бери флаг. Я сам себя не спас? Так, все нормально, главное клетки защитить, остальные. Вот я не знаю, что там было за три мыши, можно их просто посмотреть. Но они, короче, руины, вот в чём есть прикол. Бедный Конеки, просто там бедный дракон Конеки. Летит, там дракон. Очень жалко. Да все. А как и давай, вот смотри, вот вы сейчас заработали уйму денег, правильно? Правильно. Я считаю, что теперь вам пора нас отпустить. Я заработал очень много денег. Настолько много, что, короче, я сейчас посылал хедхантеров на центр. Не, левел я немного получал, хедхантеров на центр получили. Давай договоримся, вы нас выпустите, смотри. Правильно? Ага, интересно звучит, давай дальше. Так. Они и так уже без денег сядут, у них, блин, даже послушников нет на рудниках. Давай хотя бы какие-то шансы нам дадим. Окей. Ну давай надо построить просто кучу драконов и просто rush IRM вас убью всех. Нет, я не понял. Давай сначала ты нас выпустишь. Не, давай начнешь лучше сделать. Давай, давай все честно сделать. Смотри, сейчас я беру хилюсь, так. Иду к красному и сношу ему базу. Да ну нет, так неинтересно. Смотри, вот я прихожу к красному. Так. Смотри, вот красный. Он такой пытается меня, конечно же, убить. Я делаю его так, и у него база рассыпается. Ну, есть немножко такое, да, неприятное ощущение. Вот, я ему ломаю сейчас базу. То, что выживет, сейчас доломаю драконами и прочим. Главное, сейчас ему барак доломать, чтобы, надеюсь, доломается. О, доломался барак вообще, отлично, секс. Потом вызываем вот это и вот это. И они наверняка убивают его мышь. Да он не стоит барак построить. Баррикаду свою. И он умирает. Идем и проворачиваем такой же фокус с бирюзовым теперь. У меня 6 тысяч золота. Ну, все с тобой ясно, новичков просто берет и избивает. Там уже башня Теслы. А что за прикол башня Теслы? Помимо хаос атаки, наверное, ультра... Конеки, тебе лучше не телепортироваться. Ты так телепортировался, шоу умер. А, нет, ребят, нет смысла дрейфлов в силу того, что у нас ответственность 4 хэдхантера под минами. Да. А нельзя взорвать одну мину и вы типа все умрете? Ладно, что ж, дорогие друзья, на этом все. Всем удачи, всем пока.